Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» поздравили женщин с праздником в родильных домах. Впервые в этом году такая акция прошла сразу в нескольких российских городах и, как говорят организаторы, положила начало новой традиции. В Ивановском роддоме номер 4 даже не подозревали о подобном сюрпризе, и вначале женщины немного растерялись, а потом сердечно благодарили за неожиданные подарки. Букетики весенних тюльпанов молодогвардейцы вручили также медсестрам и врачам. Визит организовал главврач 7-й городской клинической больницы Артур Фокин, сам молодогвардеец. Как специалист, он знает, насколько благотворно влияют на молодых мам положительные эмоции. Это впервые в России в 2012 году рождаемость превысила смертность. То есть естественный убыль населения у нас прекратился. Это, конечно, не может не радовать. И мы все должны стараться, чтобы эту тенденцию сохранить. Очень приятно, что в честь женского праздника, значит, такой подарок мы получили. Вот здесь, значит, все кругом люди в белых халатах, и в то же время такие цветы, первые цветы солнца, первые цветы весны. Очень приятно, спасибо огромное.